Так, 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 заходим, заходим, девчульки. Так, так, дорогие, дорогие мои девочки, мамы, дочечки, в этот знаменательный день поздравляю вас от всей души с этим знаменательным праздником, Международным женским днем. Счастья вам, любви, цветов, всего-всего. Чтобы губы не спускались, чтобы сиськи не свисались, чтоб бабло рекой. Одной половине женщин я желаю денег, и только денег, а другой половине любви. Как ваше весеннее настроение? Правда, в Москве оно не весеннее, зимнее еще. Так, не наезжай. Жру как могу. В условиях, в полевых условиях. Ну, блин, что пришло на ум? Тебе любви. Мужика, богатыря. Чтоб ебал день разотря. Как стану бизнесменом, буду в спортзал ходить, девочки. А пока я таксист, сидячая работа, перекус на ходу. К сожалению, чуть-чуть жиреем. Но если при желании, я думаю, фигурку можно взбодрить. Вы, блин, то тупые качки говорите, девчонки, то, блин, зажирели. Определитесь уже, что вам надо. Я же знаю, что вам надо, чтобы вас трахали как следует и деньжат подкидывали. Не надо мне тут за фигуру, ля-ля. О, заебись, чтоб у мужа не падал лет до 80. Дружбан, хорошо все у тебя. Знак они поставили, препинание. Землячка даже, ты откуда землячка? Целлюлит у меня, видите, жирный. Так, кто к нам присоединился, девочки, с праздником, с праздником. Блин, ну извини, у меня вас 11 800 девочек тут. Я всех не могу запомнить. Но тебя я запомнил. Уже. Секрет победы. Я знаю только красную. Седина знаю. У меня тетя на Седина живет. Почему ушел с Дом 2? Потому что мне проголосовали, я пошел. Ну ничего, не раскисаем. Работаем, работаем. Уже вторые сутки подпахали вообще без вынимачки. Сегодня опять пойдем работать. Рвем Одинцова, просто разрываем. Скоро все Одинцово будет меня знать. Меня уже узнают. Ну вот, буду у тети в гостях, напишу. Знаешь, где церковь с голубыми куполами на Северной? Северная Седина.
А, у меня тетя ж на голова там, ну пофиг, там седина за углу. Сережа, почему так плохо после караоке? А, ну мне кажется, потому что все удалось, праздник удался. Умничка. Ты что, таксистка краснодарская? Подруга, будь другом. Узнай, короче, у таксистов, если ездишь на такси, что они там зарабатывают за сутки, что чистыми выходят, если кто аренду берет, почем аренда тачки. И в личку мне напиши, пожалуйста. Потому что Москва Москвой, а Краснодар хочется домой. Гляньте, какой у меня гребень. Красивый. Умираешь, ну, плохой совет, но возьми бутылочку пивка, хряпни, и все пройдет. Парикмахер ты. Умничка. Надо к тебе же зайти, тогда подстричься. Правда, это будет не скоро. Парикмахер, как моя стрижка? Ты в Москве живешь? Вот, так чё, куда подъехать? Приветик. Приветульки, девчульки, с праздником, с праздником, с праздником. Скучала без меня, так приезжаю. Хорошо. Ты жить стартанешь или в гости? Ну вот расскажи мне, землячка кубанская, как в Москве привыкла или все-таки Краснодар дом родной? Блин, у меня экран, наверное, не... Всего посветлело хоть. Спасибо, девочки, за сердечки. Прятать свой жирный животик. Вот так ничего нет, нормально. Привет, прическа от па. Спасибо. Надо это, у хозяйки тут есть лак для волос, пшикать. Перспективнее. Да, найти бы мне перспективу. Я вчера с одним важным человеком чуть-чуть познакомился. Воденцова, генеральный директор там фирмы какой-то. Земля, кстати, тоже с Краснодарского края. Приветик, девочки мои, солнышки. Всех с праздником, с праздником, с праздником. В Москве серо, а где-то в Краснодаре солнышко нет. Я не отчаиваюсь, я иногда психую. И когда деньги зарабатываешь, похуй на все. А когда не идет, нихуя бесит, верите. Провкалываешь, блин, сутки за рулем, ничего не заработаешь, пожрать только. А хочется денег, хочется долги раздать. Купить машинку свою. Машинку, скорее всего, в кредит буду брать, если мотоцикл продам. Никому моцик не нужен. Ну да, умничка ты.
Как тебя зовут? Лида. Лида. Лидия. У меня тетя Лида, любимая тетя. Тетя Лидия. Блин, коленка болит у меня от того, что постоянно на педальку жмешь. Сегодня бабки получишь, хорошие, это я тебе говорю. Да, сегодня это понятно, и вчера более или менее вообще отличная работа шла. Но бесит то, что вот это вот по праздникам только сейчас плохо. Раньше вообще весь декабрь хорошо было. Девочки, припевочки. Нормально, все будет ништяк. Я вам это обещаю. Приветульки, девчульки, всех с праздником цветочкового моря, настроение уйма, чтобы сегодня с вас все соки выжали ваши мужики. Ух, да, я представляю, девчонки, какой у вас праздник. Вы идете, короче, отдыхаете, гуляете с своими мужиками, потом ваш мужик засыпает за столом, вы психуете, тянете его домой. Вы думали, в этот день он вас отжарит как следует, а он ебой заснул. Как неприятно, да? Так что сегодня заставляйте, попросите ваших мужчин не выпивать. Ну, кто не умеет выпивать, кто устает, засыпает. Пусть сегодня будет трезвый. Вы отдыхайте, и он вас вечером, чтобы отжарил как следует, чтобы вы были счастливы. Вот не надо только смеяться сейчас. А кто его вообще не видит без меня, отмечает уже. Охуенно, мужики отмечают 8 марта, я хуею, блядь. Мужик должен мясо мариновать, блядь. За цветами съебаться. А он отмечает, блядь. Здесь это где? Вы где ищете, ёпте? Так, ладненько, мои хорошие. Всех люблю, целую, с праздником еще раз. Мне надо обзванивать всех своих девочек, поздравлять лично. Все, целуйки, всех люблю.